Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хотел показать вам в связи с тем, что свинки, не знаю, у всех так или у меня только, некоторые свинки, характер у них такой, знаете, не очень спокойный, из-за этого они во время опоросов давят поросят. И достаточно так бывает неприятно, подавят их с половины. Она большая становится, крупная свинья, свиноматка, из-за этого особо не контролирует себя. То присядет на него, то наступит, не реагирует никак. Короче, пришли мы к выводу, что надо сделать вот такую вот загородку временную. И очень удобно получается, свиноматка пока поросится, она в состоянии таком, слово понимаешь, что вокруг происходит. Да, и она все постоянно вскакивает, то все, вот сейчас опять будет вскакивать. Хотя, возможно, место уже выходит, в принципе. В общем, пока она в таком состоянии, поросята очень, скажем так, в опасности большой. Ну, таким образом отсадили их сейчас. Она уже допоросится. И можно будет подкладывать. Я уже два раза подкладывал. Она вот время от времени ложится, как бы, ну, отдыхает. Вылаживать начинает соски свои. Ну, в общем, я поподкладываю. Они подсосали немного. Успокоились трошки. И она успокоилась. И опять убираю, чтобы они, получается, не подлезли под нее. Пока вот она сейчас, видите, она такая вот, ну, из-за опороса, она такая ослабленная. В общем, не дужен так координированно. Поэтому я попробовал так. Ну, получается неплохо. Притом при всем, что поросятки все равно там у них, ну, молока пока нема. Оно появится там буквально, ну, попозже появится. Ничего с ними не случится, тем более я их подкармлю. Каждый час, где-то полтора, подсовываю под нее. Вот она успокоится, ляжет, я подсуну опять. А сразу родились сюда их отдельно. На зиму повешу лампу. Это все уберется буквально на второй день уже. Они уже через пару часов становятся сильными. Через пару часов буквально они становятся сильными и уже невосприимчивы придавливанием мамы. Убегут, короче. Ну, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.